Неподражаемый Евгений Плющенко этот сезон любителя пропускает. В мужском одиночном катании у нас, возможно, образовался вакуум. Но кому как не Илье Климкину стать новым лидером сборной России в мужском одиночном катании? Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросит. Столько лет, где тебя носила? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Ты пришло, ты сбылось. И не жди ответа без тебя. Как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь не пила, лишь бы все это все не напрасно было. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Я где-то знаю, это было нельзя. Все на свете было нельзя. Не напрасно было. Ну, как в сказке скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Полагаю, что то приподнятое настроение, с которым катался Илья... Илья Климкин!